Это событие определило судьбу многих стран и западных мировых стран. Определило значит ведение. Победить юбилей победы достойно. Думаю, все вы сможете сложить наш дух. Патриотизм, мужество, сама жизнь поколения победителей и по сей день служат для нас одним из самых значимых нравственных предметов. Они стали символом силы национального духа нашего народа. Народа, который не отступил, не сломал себе врагу, отстоял суверенитет и честь нашей родины. Принес свободу народа мира и Европы, спас их от порабощения. С великой победой связана не только наша историческая память. Ее наследие и сегодня во многом определяет внешнеполитические позиции России. Что крайне важно, на этих героических традициях воспитываются молодые поколения наши. До торжества осталось меньше года. И у нас совсем немного времени, чтобы подготовиться по-настоящему. Подготовить хороший, запоминающийся. Хотел бы подчеркнуть, мы обязаны подойти к организации праздника не просто внимательно, а с особой ответственностью. С 2000 года всеми вопросами организации праздника занимается Российский организационный комитет «Победы». Все намеченное ведется в соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным в августе 2003 года. Большой опыт уже наработан и регионами. Он изучен рабочей группой госсовета и подробно представлен в ее докладе. Позвольте мне остановиться на самых главных задачах. Первое, конечно, это социальный вопрос. За этими проблемами, за вопросами социального спасения ветеранов мы всегда следим с особым вниманием. Считаем их приоритетом нашей государственной. И то, что в наших силах стараемся, но совершенно очевидно, что этого все равно недостаточно. Считаю принципиально важным в этой связи не только информировать, не только разъяснять ветеранам, предпринимаемые в этой области Государственной Думы и правительством шаги. Но, что самое главное, считаю необходимо найти такие решения, которые не только не ухудшают, а наоборот, лучше его владеют. Крайне важно привлечь к подготовке юбилея молодежи. Они наследие великой победы, и они должны видеть, что государство исполняет свой долг. Помнит и ценит тех, кто защитит страну, кто, не щадя себя, боролся за ее интересы. Молодым людям изучать и развивать наследие военного поколения, продолжать сохранить. Следует серьезно подумать о повышении качества преподавания истории в школах вузов, поддерживать и развивать деятельность общественных и молодежных организаций, направленных на патриотическое развитие. И работа среди молодежи не должна быть формальной, основанной на повторяющих шаблонах и стереотипах. В связи с этим важнейшей составляющей всей подготовки к празднованию победы является организация информационной кампании. Кампании построены на новых формах привлечения современных возможностей медиа-технологий. И ориентированы, конечно, на разные группы населения, включая как российскую, так и международную. Между тем, пока за исключением отдельных акций в отечественных средствах массовой информации, информационное сопровождение подготовки к интервью ведется недостаточно активно. Одна из задач информационной работы – это противостоять попыткам исказить, реализовать историю Второй мировой войны, принизить вклад нашей страны в разгром нацизма. Полагаю, что особая роль подготовки к интервью принадлежит регионам. И именно на региональном и местном уровне многое можно сделать для эффективной организации поисковых и военно-патриотических мероприятий, для заботов о воинских захоронениях и мемориалах. Федеральная власть должна оказать в этих вопросах необходимую поддержку. Хотел бы также отдельно остановиться на ряде задач, которые предстоит решить на федеральном уровне. Прежде всего, мы обязаны подготовить 60-летие победы не только как торжество общенационального, но и международного значения. Как общий праздник государств, содружества, стран антивидного социализма. Всех, кто внес свой вклад в борьбу с нашим. Очевидно, что Россия является центром проведения праздничного мероприятия.
Это важно, чтобы торжество приняли участие ветераны Союзнической армии и антифашистского движения. Соответствующие поручения будут даны правительству и Министерству иностранных дел России. Следующее рассмотрение дополнительные меры для организации розыска героев, которых до сих пор не были потеряны или причины вручены присвоенные деньги года ветерана. Предстоит первую очередь создать единые справочные базы данных поисковых сохранений о погибших и пропавших без вести, а также юбилей медалей за всероссийскую книгу памяти и многотомную историю Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Уважаемые члены Госсовета, подготовка 60-й годовщине победы в Великой Отечественной войне важнейшая общенациональная задача. Именно с таким пониманием мы и должны сегодня обсуждать подготовку.